В 2004 году в составе ЮРПСО была создана поисково-спасательная служба на акватории. В нее вошли 5 подразделений на Черноморском побережье от ПСОУ до Туапсинского района. В 2008 году в отряд был передан барокомплекс. Стационарная его часть позволяет проводить тренировочные погружения на глубину до 100 метров и помогает в излечении профессиональных заболеваний водолазов. Транспортабельная барокамера позволяет обеспечивать безопасность водолазных работ на выезде. С 2006 года специалистами водолазной службы ЮРПСО проведено более 500 работ. Начальник Хосинского подразделения Алексей Солнцев был признан лучшим водолазом МЧС России. А 4 года назад сочинские спасатели заняли первое место во всероссийском зачете.